Пока борцы со всего Дальнего Востока выходят на построение, зрители и судьи оценивают масштаб предстоящих состязаний. На ковре несколько десятков самых выдающихся молодых представителей греко-римской борьбы. Вот уже который год в январе Владивосток становится местом отбора лучших, а точнее тех, кто достоин представить весь округ на выездных соревнованиях. 8 регионов, причем в этом году еще добавился Забайкальский округ. И город Чита представила здесь очень сильных борцов. Возраст до 18 лет и 42 килограмм и до 100 килограмм. Уровень этих традиционных соревнований с каждым разом только растет. Среди участников уже 3 призера первенства России. Национальные соревнования, к слову, главная цель местных борцов. Именно на Владивостокском ковре распределяются путевки на эти старты. А так просто их не заработать. Хозяевам-приморцам, которые часто считаются фаворитами, противостоят отнюдь не слабые соперники. Основная – это Хабаровский край, Комсомольск на Амуре. У них очень сильная команда считается. Как бы здесь все привезли. Очень много детей. У Якутии, у них всегда были вольники. Когда я боролся, Якутов вообще не было. Они боролись только по вольной борьбе. Сейчас они прибавили. И вот я уже 3-й год езжу, и с каждым годом, я смотрю, они очень сильно прибавляют. Тем не менее, приморцы имеют большие шансы поехать на первенство России, которое пройдет уже в марте в городе Владимир. Те же, кто останутся здесь, начнут подготовку к не менее значимым соревнованиям, ко всероссийскому турниру, который проведет Владивосток в апреле. Эти поединки, где гостями будут сильнейшие борцы страны и даже знаменитые гости вроде Александра Карелина, станут для местной федерации центральным событием года. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на 8.